К новому этапу жизни, к прохождению школы мужества подготовились парни из АТО «Александровск». Совсем скоро новобранцы пополнят ряды российской армии. О том, куда призываются и как отнеслись к повестке, ребята рассказали нашему корреспонденту. Вчерашний студент Дмитрий Червяков, как и еще 8 ребят-призывников из АТО «Александровск», готовы отдать долг родине. Молодой человек, всю свою жизнь посвятивший единоборствам, хотел бы попасть в спортроту, просто потому что физические нагрузки – это привычный для него образ жизни. К армии, конечно, положительные отношения, тем более сейчас, как мы говорили, раньше служили там по 25 лет, сейчас год, поэтому это как бы немного. Вот, поэтому сначала, честно, побаивался служить почему-то, не знаю почему, хотя у меня в семье все служили. Потом, как мне пришла повестка, у меня появилось желание. И я сам пришел в военкомат, говорю, все, я готов служить, никуда не буду там бегать и так далее. Связать свою жизнь с военной службой, как отец, после срочки планирует Руслан Несрединов. Молодой человек, в отличие от призывника Дмитрия, не столь категоричен в выборе родов войск, в которых предстоит служить ближайшие 12 месяцев. Такого нету, то, что я хочу куда-то, куда-то поэтому послужу. Мне везде одинаково, это моя родина, везде я свой. И все они уже, как говорится, разбиты по командам и пойдут служить. Вот, а куда пойдут, ну, это уже как получится. Кто останется на Кольском полуострове, кто Ленинградский военный округ, Московский военный округ, кто куда. В музее Полярного участников весеннего призыва торжественно проводили в ряды вооруженных сил, напомнив ребятам, что они становятся настоящими защитниками страны.